Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик спиннингов Нордстрим. Ну и кроме этого еще являюсь бренд-менеджером по Шакалу. Это японская блогерная фирма, поэтому иногда отвечаю на вопросы не только по снастям, но и как бы по их применению, по приманкам, по всем делам. Значит, что произошло? За зиму накопилось очень много вопросов, причем очень много вопросов от начинающих по твичингу. Мы частенько делаем видео, там, твичим, ловим рыбу, все красиво и хорошо, но оказывается, очень многие хотят узнать азы, самое-самое начало, то есть что и как делать. Плюс ко всему, я тут на медне столкнулся с ситуацией, когда люди думают, что они твичат, но на самом деле они не твичат. То есть поэтому построим мы эту маленькую обучалку следующим образом. Для начала я просто покажу проводку. А потом уже от проводки мы будем плясать дальше. Там снасти, места и прочее, прочее. Значит, смотрите, самое главное в твичинге на самом деле, это две вещи. Это бить, именно бить по прослабленной леске, раз. Второе, это пауза. Выбор силы удара и выбор паузы, времени между этими ударами, как бы это основное, что приносит нам зачастую больше рыбы, чем тот же джиг на одном и том же месте. Но бывает и наоборот. Бывает, что джиг работает, твичинг вот не хочет. Вот сейчас примерно такая ситуация, открытие сезона. Любимая чебоксарка, где-то счет джиг-твич. Ну, наверное, сколько? 10-2, 10-3. Печально, короче. Но дело не в этом. Давайте. Во-первых, самое главное, самое основное, как я сказал уже, это проводка. Что мы делаем? Заброс. Это понятно, никому ничего объяснять не надо. Дальше. Воблер улетел у нас в воду. У меня это 130-й MaxQuad. Не просто так я его взял, но вернемся. Мы делаем заглубление этого MaxQuad. То есть 2-3 раза мы его загоняем на нужную нам глубину. И только после этого начинаем делать проводку. Загнал, чуть-чуть подождал, начинаем делать проводку. Что я делаю? Вот сейчас будет быстро, по-настоящему, в боевое, да? Вот. Потом покажем замедленно. Теперь показываю замедленно. Вот у нас воблер в воде, мы его заглубили. Первое движение вперед. Короткий ударчик раз. Можно два. Но в любом случае движение первое начинается с прослабления лески. И потом ты делаешь удар. Это раз. Один вариант. Второй вариант, когда ты делаешь один удар, ждешь, потом можешь сделать плавную потяжечку. Я редко использую этот вариант, я обычно делаю ударный стиль. Третий вариант, наверное, мой самый любимый. Что мы делаем? Приманка в воде. Мы делаем легкую-легкую шевеленку, ждем примерно пару секунд и уже нормальные два удара. Вот они. Смотрите, с какой силой как бы можно и нужно делать удар, чтобы заставить 130-й воблер работать. Паузу я сейчас специально практически не даю. В боевом режиме обычно я считаю до 5 между двумя вот такими ударами. Если щука очень активна, где-то до 3. То есть сделали два ударчика. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5. Пошевелили. Пауза. Раз, два. Пошевелили. Пауза. Раз, два. Пошевелили. Пауза. Раз, два. В любом случае, как бы сразу, если вы начинающие, у вас вот так вот не получится. Это надо ставить руку. Но к этому надо идти. То есть твич это не вот. Я тут просто смотрю там видео, там еще чего-то. Народ типа твичит. Вот они думают, что вот это твич. Нет. Твич это вот. Короткий ударчик. Ударчик должен быть короткий. Для того, чтобы заставить приманку чуть-чуть пройти, сыграть, но при этом не протащиться, там, условно говоря, метр. Вот этого не надо. Чем дольше у нас приманка в воде, и чем меньшими рывками она проходит по траектории своего движения, тем больше шансов, что мы просто кого-то поймаем. Давайте еще раз, прям, еще раз покажу. Вот, раз, два, заглубили. Вперед, бам-бам, ждем, пошевелили, пауза, бам-бам, ждем. Но вот здесь легкое течение, как бы настоящей воде надо немножко подбирать. Дальше, еще важный момент, о котором пока не сказал. Что делать после того, как дернул? Конкретно мы раз, два и чуть отдали леску, прослабили. Потом медленно выбираем слабину. Нам надо заставить воблер после того, как последний раз его дернули, по нему ударили, чтобы он еще как-то вот сыграл. Ему нужна свободная леска. Поэтому основная рыбалка на твичинг – это всегда провисшая леска. Как определять поклевку? Вот тут самое смешное на самом деле, как бы есть два варианта. Вариант нормальный и вариант не очень. Значит, обычно нормальный вариант для меня, если достаточно хорошая палка с хорошей чувствительностью, то поклевка передается даже когда леска прослаблена. Всегда смешно слушать людей, которые говорят, что чувствительность для твичинга не нужна. Еще как. Во-первых, она нужна, потому что ты зачастую цепляешь там траву, небольшие куски, там еще что-то. Ты хотя бы должен понять четко, что у тебя воблер, например, не сильно упористый, завелся. Причем это завелся на выбросе, там, метрах на 40. Как ты поймешь с нечувствительной палкой, если он не упорист? Очень сложно. Вот любая чувствительность, повышенная, скажем так, нормальная чувствительность у твичингового спиннинга позволяет это понять. Это во-первых. И теперь вот во-вторых, как я уже сказал, поклевка. Если есть малейшее какое-то натяжение, даже если леска прослаблена, ты все равно ее чувствуешь. Очень многие, особенно начинающие, которые не понимают, что происходит, говорят, да вот, что я там сидел, она у меня как-то вот раз, а она там уже сидит. Ребят, мы поклевку проспали. Более того, есть реальные случаи, правда, бывает нечасто, что щука даже хватает воблер и успевает его выплюнуть. Наблюдал это своими глазами несколько раз, но как бы делайте выводы. То есть надо почувствовать малейший тычочек в момент, когда мы даем паузу. Если он есть, секите сразу. Так, ну по моменту проводки мы поговорили. Просто я вот показал буквально самую-самую, на мой взгляд, оптимальную проводку. Там ничего сложного нету. Самое главное, это, как я уже сказал, сила удара и пауза. Естественно, это все подбирается индивидуально, к условиям, б, к модели воблерам. Дальше поговорим о том, как сделать так, чтобы можно было вот делать вот эти, например, ударчики. А это уже очень сильно зависит от спиннинга. То есть, чем отличается по большому счету твичевый спиннинг от обычного? Тем, что твичевый спиннинг, достаточно жесткий, б, у твичевого, правильно, твичингового спиннинга довольно жесткая вершина. Зачем? Вот именно для того, чтобы можно было сделать вот этот удар. Вот смотрите, видите, что сейчас творится с воблером? Что происходит с воблером в этом случае? Короткий удар. Видите? Он почти не двигается вперед. Я могу жесткой вершиной анимировать его. Ну, не то, что на одном месте, но между ударами он проходит расстояние сантиметров 20-30 всего лишь. Теперь представим, что было бы, если бы у нас был мягкий спиннинг. Пока мы даем натяжку, пока у нас начинает сгибаться вершина, проходить он у вас будет примерно вот столько. Но я не могу твичинговым спиннингом прям показать, я специально проверял, смотрел, сравнивал. Чем мягче вершина у спиннинга, тем более длинное расстояние проходит за удар воблер. Второе. Чем мягче вершина у спиннинга, тем сложнее заставить его достаточно активно играть. Почему? Потому что мягкая вершина гасит его колебания. Это хорошо в крайнке, это хорошо в джиге, когда ты видишь работу приманки. Но это очень-очень плохо для твичинга. Поэтому, чтобы не ошибиться и потом, чтобы не было мучительно больно, почему у меня на твич не ловится, есть, ну как вот, например, у меня у Нордстрима есть прям специальные серии Twitch Special, которые под это заточены. Там разные ценовые категории, разные возможности. Понятное дело, что с дешевым спиннингом будет посложнее. Даже не столько твичить. Твичить получится нормально. Просто он будет более тяжелый, более такой дубовый. К сожалению, от этого никуда не уйдешь. Цена материалов. Что делать, если Нордстрим, там, например, вы не хотите, вы хотите смотреть какую-то другую фирму? Выбирайте именно по этим параметрам. То есть длина. Максимум на большой воде это 2,30. Длиннее я бы вообще не рекомендовал. Очень тяжело. Рука устанет. Раз. Два. Тест. Вот если у меня ставятся тесты по твичингу. То есть если на спиннинге вот написано конкретно на этом 7,23, то есть приманки весом, воблера именно, весом от 7 грамм до 23 мы можем анимировать. Забрасывать, например, этим спиннингом можно грамм 35 спокойно. То есть фактически вес по забросу груза 35. Но в твиче, для твича, чтобы можно было нормально продернуть и работать воблерами, он всего лишь 23. Примерно так же смотрите, если как бы не твич спешл спиннинг, но вы хотите его использовать для твичинга, смотрите варианты выбора теста. То есть, повторю, 7.23 в джиге. Ну, в джиге это вообще не поет мягкая вершинка. Но если более или менее жесткая вершина у спиннинга, то это будет где-нибудь там, ну, 10.40, 10.35. Примерно вот так вот. Дальше. Что еще? Очень немаловажный момент в том, как дергать, как твичить. Объясню почему. Очень многие новички жалуются, особенно когда дело касается вот 130-х воблеров, что у них очень быстро устает рука. Размер от сотки, а тем более 130-й, просто кистью не твичит. Показываю движение. Попробую вам сейчас показать движение. Я его как-то показывал уже там в какой-то из представлений серии, но на всякий случай лишним не будет. Что я делаю? Я в первую очередь делаю движение рукой всей, и только потом чуть-чуть добиваю кистью. Видите? На самом деле, если инструмент заточен, то особо размашистых движений делать не надо. Просто обратите внимание, как у меня движется. В первую очередь, вот она получится, вот это место, потом уже кисть. Тогда твичить можно долго, уверенно, ничего не будет болеть и ничего не будет уставать. Это очень важный момент, потому что вот многие новички этого не знают и пытаются продернуть 130 вот этим вот движением. Не, ну если хорошо прокачана рука, то можно, а так будет проблемно. Дальше, сила. Сила рывков, сила ударов. Давайте сразу покажу. Как бы, если вы обратили внимание, сейчас я показывал как бы боевой твич, вот насколько я это бью. Я сейчас покажу, наверное, минимум и максимум. Вот слабее не надо, сильнее тоже не надо. Смотрите, вот это вот минимально нормальный удар. Провисла леска. Чуть-чуть, прям чуть-чуть. Вот как я вам показывал, такая шевеленочка. Вот это слабее, чем вот это, на, например, 130-м воблере, делать бесполезно. Воблер вообще практически никак не сыграет. А это он чуть-чуть прям пошевелится на одном месте практически. И зачастую рыбу это прям привлекает. Теперь сильный удар. Вот, конечно, есть модели, тут же, например, Rudra или ReRange. Они требуют немножко более резкого, более короткого, более сильного удара, чем тоже MaxQuad. Но в целом, максимальный, наверное, по мощности твич будет таким. Вот все, что сильнее, делать не надо. Разобрались с этим вопросом. Следующий вопрос. А где же ловить на твичинг? Значит, в принципе, если не брать во внимание глубоководники, там, например, balisong лонгбилл, да, то нормальные глубины это до 5 метров глубины. То есть, в принципе, если щука активна, она поднимается метра на 2 совершенно спокойно. Тот же MaxQuad можно загнать, ну, где-то 2,5-3 метра. У меня вот сейчас здесь боевые условия, подо мной пятерка с коряшками, и мы здесь совершенно спокойно ловим на твичинг. Минимальные глубины – это 0, потому что поверхностники, пожалуйста, есть там вокеры, есть поперы, есть подповерхностные, там, например, шакаловские джоги, там еще вообще идет на такой глубине. То есть вот для твичингиста от 0 до 5, а в некоторых случаях, если используются глубоководники, до 7 метров. Это нормальная рабочая глубина. Поводок, струна. Просто струна предохраняет от захлестов. Дальше, чисто по практике. Если водоем щучий, если щука активная, то я, например, ставлю поводок 40 сантиметров длины. Потому что очень часто, особенно вот при такой солнечной погоде, щука промахивается, она бьет на опережение и просто обрезает вам притенку. Короткие поводочки, там, 20 сантиметров, хороши для воблерочков, там, 80-х, например. Просто если мы поставим более длинный на маленький воблер, понятно, что игра его сильно нарушится. Под 130-й никаких проблем поставить 40 сантиметров. Дальше, по толщине. По толщине надо брать максимальное. То есть это из того, что есть на рынке, 0,45 толщина поводка. Потому что чем он толще, тем он жестче, тем меньше шансов у вас получить захлест. Теперь давайте смотреть еще условия, где ловить на твичинг. Ну, во-первых, там, где есть щука, в основном. Да, мы иногда специально на твичинг ловим судака, но это такие условия, надо просто знать, где, когда и как. То есть, в принципе, если вы знаете места, где судак выходит на глубины до 5-6 метров, смело ловите, на твичинг он тоже клюет. Единственное, проводка нужна чуть помягче, чем обычно мы делаем. По щуке, где мы ловим ее? Мы ее ловим, по лету, это вот, условно говоря, край травы, это пупки, это закоряженные плато, то есть везде те места, которые, в принципе, можно и обработать и воблером, и джигом. Например, здесь вот на Чебоксарке, вот 5 метров глубины, например, щука, если активна, и плато коряжистое, я возьму воблер. По одной простой причине: у меня воблер идет над корягами и поднимает щуку. Джигом зацепы, зацепы, еще раз зацепы, даже невзирая на нецепляйки. Так, леска. По леске не мельчите. То есть, если вы ловите, условно говоря, 130-ми, не мельчите по размеру. 1,5 это нормальный размер для твичинга. Объясню почему. Потому что все-таки зацепы могут быть. То есть там коряги какие-то, там пучки травы. И на более тонкой плетенке просто потеряйте воблер. Воблер нынче стоит денег. Даже какая-то подделка, которую теперь стыдливо называют репликой. По модели. Если вы начинающий новичок. Я не просто так взял MaxQuad 128. Объясню почему. Потому что это наиболее легкий в освоении, наиболее уловистый, без каких-либо специальных моментиков, воблер из тех, которые, в принципе, я знаю. Есть второй вариант, можно использовать балисонг. Балисонг чуть-чуть более упористый, у него чуть другая игра, но в целом вот эти два воблера не требуют практически никакой специальной прям супер техники. То есть, если вы научились более-менее правильно поставили руку на рывок, смело ставьте либо MaxQuad, либо балисонга, все у вас получится. По поводу подделок, которые нынче называют репликами, ничего сказать не могу, ими принципиально не ловлю, потому что два момента: один чисто утилитарный, практический. Очень много воблеров, которые имитируют внешний вид, но внутри они немножко другие, работают они с ним по-другому. Лучше, хуже сказать не могу. Это вот там зависит от обстоятельств, условий там. Слышал я историю, что у меня вот китаец переловил там японца. Ну, пожалуйста, наверное. И второй момент, что эти воблеры, если качество их достаточно низкое, каждый из них будет отличаться по игре. То есть вы поняли уже, как правильно проводить там тот же MaxQuad, условно говоря. Потом взяли его копию. Все, проводка нужна другая. Вы приспособились к ней. Вы взяли следующую копию того же MaxQuad, а он другой. И опять проводка будет другая. Что такое вообще, в принципе, другая проводка? Опять же, в первую очередь, это сила удара. Сила удара, иногда угол. Например, если мы твичим вверх, воблер у нас при каждом рывке поднимается. Если мы твичим вниз, он идет максимально глубоко, ну, в середине понятно. Я обычно предпочитаю твичить вниз, это удобнее. Дальше, момент, когда ловишь твичингом, лучше стоять. Сидя, это надо очень хорошо владеть вот этой вот техникой рывка, чтобы сидя сделать нормальный рывок. Чтобы не получилось, как на многих видеоблогеров, когда человек сидит в лодке и вперед у него движение нормально не получается. То есть у него, условно говоря, резкие потяжки. Это не удар по воблеру. По воблеру нужен именно удар. Да, потяжками вы можете поймать, проблем нет, но когда клюет, хорошо. Но если надо заставить рыбу именно клюнуть, вам нужна очень короткая проход воблера за один удар, и это можно сделать только ударами. Никакими там резкими подтяжками, еще чем-то вы этого не добьетесь. Наверное, на этом все. По большому счету, основные, то, что знать необходимо, моменты я рассказал. Я понимаю, что у многих новичков появятся вопросы. Ну, появятся, пишите, спрашивайте. Если интересно, не вопрос, отвечу. Лучше, причем, как бы, если под видео спрашивать, это примерно там 3-4 недели. Дальше лучше прям найти меня ВКонтакте, там можно не стесняться, просто задать вопросы, если какие-то есть. Вам всем не хвастань чешуи. Осваивайте твичинг. На самом деле гораздо интереснее, чем многие другие виды ловли. У меня, например, он один из любимых самых. Уже лет 15, скажем так. Вот. Встретимся на воде. Ну и как бы понравилось, подписывайтесь на канал. Все, всего доброго, всем пока.